У жителей Осетии появился отличный шанс познакомиться с творчеством современных художников и послушать лекции ведущих специалистов в области культуры. Во Владикавказе открылся 8-й международный художественный симпозиум «Аланика». Его участники – художники из Республик Кавказа, регионов России, стран Европы и Азии. Что 8-й раз город Владикавказ становится столицей современного искусства на юге России вообще. Наш симпозиум уже имеет достаточно богатую историю. Я думаю, что у этого симпозиума тоже будет очень много открытий, творческих побед. Мы, на всяком случае, на это очень рассчитываем. Тепло лоскутного одеяла – так звучит тема симпозиума в этом году. «Аланика» – это попытка осознать, что значит современная реальность, сочетание образов прошлого, настоящего и будущего. Участники проекта хотят не просто отобразить современные реалии и вызовы времени, но и породить надежду. Мы пытаемся и в рамках работы этого симпозиума соединить традиционную культуру, современную культуру, радикальные поиски в современном искусстве с некоторыми традициями искусства предшествующих десятилетий и предшествующих поколений. Программа симпозиума разнообразна и насыщена. В рамках «Аланики» пройдет форум с участием российских и зарубежных искусствоведов. Одна из главных задач – формирование в регионе художественного пространства. Также участники симпозиума проведут лекции и поделятся с жителями республики опытом работы в других странах. Я рад, что я приглашен на Кавказ. Мне кажется, это очень позитивный шаг. На Западе говорят много негативного о Кавказе. Поэтому я рад, что приехал и могу увидеть другую, позитивную сторону. В течение 15 дней участники «Аланики» будут творить на заданную тему. Любой желающий сможет прийти в Национальную научную библиотеку и понаблюдать за процессом. Мадина Сханова, Евгений Маркин, Осетия ТВ.